всем огромный привет. Опять все-таки удалось выбраться на улицу. И готовим закусочку перед шашлыком. Берем обычный помидор. Но это же последний, поэтому к ним каких-либо претензий не может быть. Берем бекон. Ну вот мы взяли в данном случае Мираторг. Ой, что сейчас сделаем? Берем помидорку, разрезаем ее. Раз. Вот эту жопку выкидываем обязательно, потому что ее будет тяжело есть. И разрезаем на, вот есть, видите, она крупная, на три кусочка. Три кусочка. Кусок, который поменьше, делим на две части. Ну, здесь тоже можно на три разрезать. Если помидорка будет поменьше, соответственно, кусочки будут меньше. Как хорошо, когда на улице можно все выкинуть. Так, вот, разрезали наш помидор. Дальше берем бекончик наш. Так, берем бекон один. Аккуратненько. И теперь каждую помидоринку, вот взяли вот эту часть, да, и аккуратно ее заворачиваем в наш бекон. Все. Вот это нужно аккуратно одеть на шампур. И так с каждой долькой. Вот так потихонечку одеваем потом. Видите, что у нас получается? Одеваем. Ну, расстояние также оставляем между этим. Вот, смотрите, в зависимости от мангала. Показываю. Вот этого достаточно на эту длину. 5 штучек. Так, и так следующую тоже готовим. Так, друзья, все, мы их надели. Что-то холодно на улице. Теперь аккуратненько, вот прям по чуть-чуть так присолили с этой стороны. Чуть-чуть, много не надо. И то же самое сделали с перчиком. Прям вот слегка-слегка вот так тик-тик-тик. Все лишнее упадет. Точно то же самое с этой стороной делаем. Это очень быстрая, очень вкусная, нежная закусочка перед шашлычком. Так, все, эту сторону тоже посолили, поперчили и на огонь. Метод приготовления каков? Сейчас начнут там знатоки температуры обсуждать. Смотрите. По-хорошему бекон сгорит, если будет мощный огонь. Он сгорит, а внутри помидор будет сырой. Если его сделать вот так, вот он, помидор, получается, с этой стороны дошел, с этой стороны дошел. То есть он будет доходить с той стороны голый. Тут в данном случае я буду вот так жарить. А вы можете экспериментировать, я не знаю, что у вас там, как вы готовите. Поэтому не важно, но лучше вот так вот делать. Вот. На огонь должен вот так смотреть вниз лицом. Каждым красавцем нашим. Готовится это буквально считанные минуты. Уже запахло беконом. Прям вот. Все, и ждем, потихонечку переворачиваем. Так, друзья, самое главное — это не пережечь. Чувствуете наш бекончик? Вот видите, вот он, я вижу, что внутри уже наш томат готов, помидор. Он готов уже внутри. Видите, он сок выделяет, все. Если пережгете, он будет просто как кусок калоши резиновый. Куски, которые покрупнее, но здесь я два слоя накрутил. Здесь чуть-чуть подольше подержу. А эти уже готовы, их можно аккуратненько снимать. Главное не пересушить, чтобы почувствовать вкус нежнейший бекона с томатом. Вот. Так, вот видите, что у нас получилось.
А вот что у меня получилось. Извиняюсь, что в перчатках хэбэшных. Ну, это блюдо, наверное, для истинных гурманов. Такое. Я бы даже еще чуть-чуть подсолил. Такой вкус томата с беконом. Ну, вот реально, для гурманов. Если вы любите там чисто пельмени, колбаса, вы можете этого не понять. А... даже напоминает вкус яичницы с помидорами. Короче, это супер. Ребята, подписываемся, ставим лайки, не забываем комментировать. Желательно хороший комментарий. Скоро будет много-много очень интересных видео. Не покидайте канал, держитесь. Всем пока.